Glaubensrichtungen der religiösen Praktiken. Thank you, Madam Moderator. My name is Ahmad Shahidov. I represent civil society of Azerbaijan. I would like to make my speech in Russian language. Дамы и господа, в первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов ОБСЕ за внесение такой важной темы на обсуждение, потому что религиозная свобода и межконфессиональный диалог очень важны для установления мира и стабильности в современном мире. Каждый день совершаемые убийства, большинство актов терроризма и кровопролития происходят на религиозной почве и из-за отсутствия межконфессионального диалога и по причине нетерпимости. Сегодняшние дискуссии важны потому, что они совпали со священным месяцем Рамадан, а это, в свою очередь, прекрасная возможность для установления мира и братства на земле. Я думаю, что для обеспечения религиозной свободы и для достижения межконфессионального мира было бы неправильно закрывать границы и ограничивать возможность вести диалог людям различных религий. Напротив, должны быть исследованы и изучены разные религии в разных странах. Только тесное общение может обеспечить взаимопонимание и терпимость. Сегодня нетерпимость между носителями различных религий происходит по причине недостатка общения. Это общение необходимо проводить в форме каких-либо международных мероприятий, научных конференций и семинаров. Люди по-разному мыслящие должны собраться вместе в одном пространстве. И сегодняшняя конференция способна выполнить эту миротворческую миссию. Иногда я думаю, как долго полиция с автоматом будет защищать синагоги в Европе, и как долго назвавшиеся себя мусульманами террористы будут взрывать мечети, музеи, дома, отрезать головы невинным людям и размещать эти кадры в YouTube. Как долго буддисты в Мьянме будут убивать невинных детей, женщин и пожилых людей только из-за того, что они мусульмане. Ведь всех этих людей создал единый Бог, и все они равны пред Ним. Они должны быть равны и в наших глазах. Думаю, что достичь мира на религиозной арене нельзя думать односторонне и необходимо положить конец двойным стандартам. Говоря о религиозной нетерпимости, я против того, чтобы нацеливать мысли только против ислама и тем самым разжигать религиозный конфликт. Обратите внимание на то, сколько преступлений совершается буддистами в отношении мусульман в Мьянме. Людей казнят десятками, сотнями только за то, что они мусульмане. Считаю, об этом тоже следовало бы говорить. В Китае по сей день ведется геноцид в отношении мусульман, тюрков, уйгуров. Достаточно обратиться в YouTube и увидеть эти страшные кадры своими глазами. Необходимо пропагандировать религию такой, какая она и есть на самом деле, чтобы люди могли отличать настоящий ислам от идеологии терроризма. В конце я хотел бы поделиться опытом своей страны. Я сам из Азербайджана, и хотя в моей стране существует определенные проблемы в области фундаментальных свобод, но в вопросе свободы религии и толерантности Азербайджан может стать образцом для Европы. У нас функционирует Бакинский международный центр межкультурализма, который реализует эту политику межконфессионального диалога. И в конце из личного опыта я хочу сказать, что когда гуляю ежедневно со своим сыном, мы проходим мимо мечети, церкви и синагог. Когда сын обращается ко мне с вопросом, я отвечаю, это дома Бога, в них нельзя бросать камни и непристойно отзываться в них. Мы воспитываем детей в таком духе. Спасибо за внимание.